Итак, уважаемые друзья, сегодня 24 октября 2017 года. Проблема у провайдера Мосинтера. У нас пропадает сигнал. Если вы хотите нам помочь, то пишите письма на официальную почту Мосинтера. Ну а мы со своей стороны записываем на видеокамеру, и позже материал будет выложен в хорошем качестве в сеть. На 19 часов у Сергея Сесаренко назначен мастер-класс «Лучший вкус по пифагирии». Интернет пропадает каждые 5 минут. Резервно я включу с телефона 4G, и мы выйдем с ноутбука. Но там ограниченное количество трафика. Стоп, снято. Пишите письма в Мосинтер. Волгоградский проспект, дом 32, корпус 4. Абонент Старухин.